тоже. Всем большой приветик. Всем-всем большой-большой привет. Сегодня будем играть с Тессом в дуо против сквадов. Поищем новый секретный остров, который добавили в последнем обновлении в режиме «Морская Одиссея». Найдем этот секретный остров и возьмем от этого острова топ-1. Видос будет максимально интересный, максимально насыщенный, поэтому прожимай свой лайкусик, подписывайся на канал, пиши любой свой комментарий. Вот, ну и погнали в игру. Напали. Вниз. Найс, все, я крышу забрал. Ромка. Блин, мне броник нужен. У нас на третьем типа трупает. На крыше, да? Да, слышу, вижу. Забрал его. А, еще мне сзади, что? Ты кто? Атом. Два с челов еще показывает. Хорош. Ну куда ты тут поплыл? Опять на крышу. А, да, вижу. Нет, не на крыше, второй этаж. Нокнул его. Втором тоже. Мафия. Да, вроде в мейне больше никого нет. Покрием где-то файтится в сне. А что, по крыше или по первому тоже чел бегает? Мне просто, я там типа нукал, он снаружи, наверное, пол. А, есть реально, тут. Я выходил, ну и туда. Хорош. Забрал его. А здесь еще чел есть. Нормально, нормально, нормально. Я полсейфи все. Хорош. Найс. Спрыгнул, спрыгнул на тебя слева. Ай, хорошо. Теги отработал, хорош. Так, 3 секунды осталось, потом можно открывать. А, 3 чела осталось, серьезно? Прям мало людей. А, зона наполовину сосновка фул. Нормально. Там типа убили сразу, он упал, убили его. Андрей, 10 секунд осталось. Давай откроем, потом на магаз пойдем. Давай, давай. Два типа осталось. Ну да, они оба там. Блин, что заберешь? Я МГ-3 заберу. Можем вышку чекнуть. Вышку? Макас, макас. А, давай, 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 туда пойдем сейчас. А, 4 типа уже. Вот, вот. У меня на вышке вот тут. Не вижу. Да, вижу, вижу, вижу. Блин, если бы я попал еще. В магазине никого не слышу. Да, они все на вышке. Вырубил одного. Хорошо, я к ним. Давай, давай. И второй также на крыше, вроде здесь. Да, на лестнице, на лестнице. А, на лестнице, не вижу его на лестнице. Mm-hmm. А, вижу. Дал ему хит. Хорошо. Я больше никого нет. Так, чем можем на выход, по идее? Через телепорт. Mm-hmm. Давай через телепорт выйдем. Давай, идите. Так, я вышел. Я на починках. Okay. Да, на починках на нарезал кищела, бро. Окей. Okay. Ну, убили тебя. У тебя скат летит. Да, я знаю. Упал. Сюда. Да, сюда я там вырубил, вырубил одного, бро. Я вырубил там в полете где-то. Тут нокнут, да, нокнут-то у меня. Да блин, застрял. У меня подо мной брат.
между прочим. Понял. Сейчас я этого добью. И мне захилить надо. Где именно у тебя на комнате, да? Просто кто может ждет. Окей. Маленько, по-моему, зашел, да? Да, я вижу его. Нормально дал. Кстати, зря ты поднял его. Сейчас я ему хейт туда закину. Также маленький. Да, я понял. Прыгнул. О. Блин. А куда ты? Бегает. Вот тут стоит. Менш. А, это треснутые? Да, это треснутые. Это... Там сольник прилетел ко мне как раз таки на скате. Это он их резнул. Чел? Или бот? А, это бот. Ну, здесь забежал в дом, это бот. А, да, слышу. Он там, возможно, сейчас еще резнул сначала. Можем прокатиться? Да, да, сейчас пойдем. Дырки заберу. Окей. М-ку купить надо. Так, сейчас. Вот здесь тоже от X. Нормально беру, дефик надо взять. Let's go! У них кто? Че, да, есть это здесь что-то. Это бот или чел? Да, бот. Это бот. Или чел. Подожди, это чел? А, здесь еще чел еще бегает. Что? А, ну это бот уже 100%. Бот. Да, это бот будет. Я его просто увидел. В ангаре был. А в ангаре бот или чел? Ботик. Я никого не слышу здесь. Да, бегает. Ну, а, это чел, а не это бот. Мотик. Довыгала немного. Мне из-за мотика показалось, что там чел лежит. О, вот тачка едет, видишь? Где? Да, вижу. Две тачки. Давай столкнемся здесь. Давай. Они уезжают. Они свернули? Да, по дороге едут. Выбил? Хорош. Найс. Добил. Второй скипнул, походу, его. Второй, да, возможно, скипнул. Мне пятерки еще нужны, кстати. А, нет, столкнулся справа бегает. Вот здесь. Сел в тачку. Один сел, другой столкнулся. Другой бегает. Выбил. И другой слева. Слева, брат. Хорошо, дома. А, нет, это хорошо. Я хилюсь. Почему? Второй. Че выйдет? Или умрет? Как? Пришло. Как он живет? Я тоже не понял. А может он в углу просто сидит? Не знаю. Алло? Все, минус. Фидон. Так, там еще боты стреляли, и кто-то флайерку вызывал в той стороне. Да. Как раз таки слева, может быть, где-то здесь флайерка была. Он мне сзади ботик. Давай, его сейчас закрою. А, вот флайерка дымится, кстати, да, на метке. Это далеко? Ну, да нет. Сейчас поставлю метку. Это где-то вот здесь. Ема там смоков. На дропе вроде никого не видно. Но смоков там пипец. Закидали. Дача уезжает. Там хорошо, очень хорошо. Выбил. Хорош. Двоих. А, я двоих выбил. Нормально. Да. Тип кемпы открыл и на скате улетел в сторону дороги туда. А, хорошо. А подожди, эти челы дроп не лутали, что ли? У них ничего дропусского нет. Вообще ничего. Они просто резнулись и уехали. Ладно, забей. Там, ну, мне особо ничего не надо в дропе. Давай в зону поехали. Нормально выпали челиксы. А может их резнули? Давай посмотрим резнулку.
32 пока показывает. Не, никого нарезал. А, чел бежит слева, вот он. Это чел. Сковородка бежит. Кабанчик по полю бежит. Куда он бежал? С ангара, да? Не знаю. Походу, да, но он нокнулся. Там тачка, да? Это есть. Тачка проезжает. Столкнулась? У вас человек какой-то, походу. Там сольник. Дел. Че-то он затормозил. Опасно. Может, а не, нормально. У нас жизнь есть, можем спокойненько пролетать. Там, возможно, да, есть люди. Кстати, метку активировали. Там не активировано было. А, ну все. На мосту никого нет. Чел стоит. Сейчас да, ската сядет. Сел ската. Дал голову ему. Нормально ему залетело. Делаешь, брат. Стопни сюда, стопнулся. Но он завод смотрел. А, на крыше завода, типа. На крыше завода? Да, улетел в дырку. Да, вижу. Там двойка, они сидят там. Блин, я хорошо там продамажил. Не внутри. Да, один вот в этой дырке сидит, другой в другой. Нормальное место нашел. Оттуда можно стрелять. Да, да, там можно стрелять. Один от 2 хп, бро. Голова, 2 тела залетела. Лево, который чел. Второй тоже такой. Хорошо просаженный. Если хочешь, можем прокатиться. Можем, давай прокатимся. Давай. О, он прыгнул, да. Вырубил? А мы же не можем подняться. Не, я снизу вырубил. Здесь никого нет. Они снизу, бро, они снизу. Они вниз попадали. Я вижу. Улетает один, брат. Блин, добей. Мне это нереально попасть. Да не, конечно. Мне еще семерок мало, пятерок мало. Мафиозники сидят. А зона назад ушла. Можем потом заново мост чекнуть. Давай. Чел? Да, чел стоит. А что с ними? Статуя свободы. Да, просто стоит чело пока. Походу реально у всех лагает сегодня игра. Но. Чел лежит. А что? Шариком. Хорошо, нокнул его. А, он тебе тоже одного поставил. Да, я не понял. А да, хилится бинтами. Ну, как он так попал? Давай в сосновку полетим. Давай. Я думал, он сейчас убьет нас. Не, ну он у него нормально так залетало, слушай. А вот тип на вышке лег. Потом. Где? А, вижу. Он залез. Можно здесь нокнуть его спокойно. Это тот самый чел, кстати. Диса. Блин. Сейчас саморез есть еще. Разобью совпадение. Блин. Да блин. Я ему уже начал там хитовать нормально. Я нашел все-таки место. Разбил совпадение, Челикс. Я не знаю, где люди. Здесь чела поставилось, где они? Просто 10 типов. Нет, кемпе никого. А хотя баги тут стоит. Лежит. Баги тут стоит. Но можем молик закинуть. Давай. Не, он бы толкнул круто. А что?
еще хей может закидать. Я вижу его фул. Он подходит уже. Я ему тоже грею. Под камешком стоит. Провал. Так, я просто собираю. Что-то мне подсказывает, что он здесь соло, если честно. Блять, никого. А во, лежит, брат, на метке. Не вижу. А, в траве, да, где-то? Да, вижу. Все, это его тиммейт был. Они на баги приехали, баги оставили возле кемпа, а сами в траву легли и ждали. Не, ну, гениально. Это было гениально, согласен. Тактика. О, тип лежит перед нами, видишь? Да, вижу. Докнул. Русь стал. Второй тип, лопу лежит почему-то. Да, здесь чел на крыше, видишь? Да, да, да. Патисон, да, они здесь. Он добил пулю, да. Двойка, двойка, брат. Хорошо дал. Что? Я сам ресаюсь, все нормально. Он зашел внутрь, все, все. Да. Я хилюсь. Он прилез? Ой, да. Хорошо, найс. Дедушку убил. Там баги стоит, не спаун. Слышал, как кто-то прилег. А, да, в кемпе. Кемпе, да, в кемпе. Нормально. У него дебос. Офигеть. Повезло, повезло. О, лежит. Опасно, опасно. А, жесурчик. Да, ласт чел остался, не знаю где. Так. А во бежит. Да, я знал, что с той стороны. Там не лёг видно. Там. Да, вижу, вижу, вижу. Сейчас пристанет, видно будет его. Так, это же лег. Давай, давай, давай. Все. Изи. Итак, вот так вот получилась каточка. 35 киллов, 5700 урона. Эрангели обновили, добавили какие-то новые острова. Поэтому мы сейчас сыграем еще одну катку. Упадем на секретный остров. Вот. И возьмем с этого секретного острова топ-1. Обязательно прожимай лайкусик. Подписывайся на канал. Пиши любой свой комментарий. Поехали. Вроде никого нет. Ну на мини-ивент, возможно, упадут. Так. Так, я пошел копать сокровища. Иди сюда. Вперед, на поиски сокровищ! Пираты. Да, пират, но у меня горил. Оу. Тормоз. А еще где? Еще должен быть, по идее. Да, 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 нашел, нашел, здесь у меня. Оу. Тут прям большой ящик какой-то, слушай. Закопанный. Чел? У тебя падает. Ты куда? В Сибири. Ты откуда взялся? О. А, да, там на мини-ивенте файс нормально прощен. Ну, плывем туда? Да. Погнал. Блин, нам идти, идти. Так, что здесь еще есть? Может здесь лодка какая-то припрятана есть, нет? А ну. Кстати, под водой ничего нет. Ничего под водой нет. Ничего нет? Блин. Не. Ну да, тут ничего такого тоже интересного. Ну снизу сама текстура огромная какая-то. Я пират! Кстати, карта отображается, ничего себе. Прикольно. То есть если ты на острове находишься, можно рассмотреть на карте детально остров. Прикольно. Нормально. Там, скорее всего, уже все лутают. Не, они там фатят до сих пор. Поэтому не факт. Так, я вроде никого не вижу. Дверь не открыта? Да, двери закрыты. Ящики валяются, но щелов вообще не видно, где они. Привет, где-то. Мы можем вообще сейчас открыть дверь и зайти внутрь. А, вот здесь, походу, щел. Тут шарик стоит.
Default. Default, окей. Передо мной лишь тут. Он там лутался вроде. А, вижу, бежит. вижу, да. Nice. А что мы тут присели? F3. От кого он прятался, вопрос? Не-не-не, он от кого-то прятался, по-любому. Кого-то кирисил. Ты бы лутался здесь. Ящик стоит, вроде лутался. Тут еще пушка есть водная. Я открываю дверь тогда? Да, давай открывай, погнали. А жизнь здесь нельзя получить, правильно? Здесь карточки нет. Саморез только. А, окей. Еще должен быть, по идее, нет? Да-да, их три должно быть. Подожди, а где еще один? А, все, их два было? А, поменяли местами, походу. Просто вот так поставили. Прикольно. Раньше... Да, раньше они разбросаны были по всему этому. Угу. Прикольно, да. Поменяли что-то. Блин, тут гроза, я беру грозу. Давай. Саморез у тебя есть? Да. Тачка едет. Можем закрыть тачку, нет? Что? Нокнул. Офигеть. Откуда он взялся, что? Это скример. Нифига себе. Че, выйдем закроем их? Ну можем. Давай. Надо слева именно вот здесь. Да, слева. Здесь. Сверху, по-моему. Да. Так, тише. Меня чекает. Да, вижу его. Нокнул его. Он соло был. Хитмен. Че, все, выходим? Давай. Телепорт, погнали. Блин, надеюсь, рожок будет. Блин, главное жизнь получить нам. Вот это самое главное. Но мне кажется, уже все, без шансов. А, один где-то забрал три зубца, один. Только вопрос, где именно. А другого три зубца не забирали. Блин, куда назад кинуло? Ясно. Да. Надо машину найти быстро. У тебя есть тачка? Не, а, дача есть. Смотри, я могу на дачу поехать, либо... Смотри, ты можешь кота еще купить здесь. Монет нет. У меня есть, у меня 7-6. Подъезжай ко мне. А такой вопрос, если мы сейчас заплываем в рожок, там будут реселки, даже если он затоплен, мы можем их забрать? Можем. А, прикольно. Только есть сварик, что можем умереть. Дала. Да. Где-то чел здесь. Возможно, на магазе. Там скат сверху. А, слева чел. Вот здесь. Давай-ка помоем. Импи. Да, второй этаж. На крыше поднимается вот здесь. Сколько? На крыше уже. Окей. Я амулет кидаю. Добро. Нокнул. А, вот тут. Скат летит. Вышел. А, вижу. Блин, вообще не попал. Хорош. И там еще один чел. Он за этим зданием. Тоже просаженный. А, вижу, он на крышу поднялся. Блин, красный. А, там скат еще летит, да. Нормально дал ему? Да. Можем подлететь на скате, не? Давай, блин, красная мешает. Давай, ставь скаты, все, погнали. А второй где был? А, тоже на этой же крыше был. Они улетают оба. А, оба вон. Улетают. Выбил одного. Хорош, ничего. Забрал. И вот этого. Угу. Сейчас высадим его. Далеко не улетит. Иди сюда. Иди сюда. Так, скат уже дымится, да? Смерть. А тут без так. шансов. У тебя тоже пингануло там момент? Немножечко, да, было. На ивент?
Да, давай на ивент. На скате летим туда. Так, я пошел проверять. Все, вот он, да, как-то нет. Карточки нет, да. Все забрали. Обидно. Помаз здесь. Ну смотри, у нас еще вариант есть. Нет, там не вариант. За зону вообще не вариант идти, точно прям. Да, вижу. Собрал. Кстати, мы с ивента уплывали. Там оставалось два чела. То есть тот чел, который там был сольник, он уплыл уже. Ну, перед нами. А, вижу. Да, вижу ската. Двойка, кстати, на скате. Выстрелили челы. Те же самые, походу. Они файтятся внутри дома. Нет, это разные челы. Файтятся. Хорошо дал ему, хорошо ему дал. Думаю, там бы зимой. Хорошо. Еще брат. Да. А вода подняла их? Нет, нет, нет. Здесь саморез есть. Давай, подожди. Что-то он там расстроился. Подожди, говорит. А, подожди, говорит. Они, видимо, на тачку забайтились, тачка стоит. Или что? Да, я видел, видел. Да, это бот-бот. Что? Можем подняться туда. Давай. А, может это чел? Нет, это тоже бот. Что? Тоже, тоже бот. А, подожди, у нас чел. На башне, на башне, на башне, прям наверху сидит. Или где? Или на маленькой вышке? Да, на башне, на башне, башня вот здесь. Блин, брат, я коцанный сильно. Нормально, нормально. Крути, крути его, крути, крути, брат. Давай направо, давай направо резко. Направо резко, да. О, манули. Блин, налево резко. Направо резко, брат. Сейчас, сейчас. Да, 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 да. Осуждаю. Добивай. Надо хилиться. Там тачка снизу. Угу. Подъезжает. Он расстроился. Столкнулся. Ой, тихо. Нормально, нормально, хилюсь. Вырубил его. О. Можем туда, 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 брат, на скоте. Давай, бро, второй там пацаны. Окей, окей, давай, давай туда на скоте. Ты берешь меня? Да, да, да. Здесь добил сольника. И вот здесь нокнули. Тип, который шел его резать, он пацаны. Да, я понял, понял. Нормально, 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 нормально. Они резаются возле тачки, по идее. Отрезались. Вырубил. Хорош. И второй резнутый. Два нокнул. Нормально. Сразу убегает. Это донатеры были. Да, да, да. Вот там чел по мне стрелял, прям нормально сейчас попал. Плотно так закинул, пока мы улетали. А, здесь чел выпалится. А, вот. Возле дерева. Ой. Пропнул. Кот. Кто ты надо, там двойка, Никит. Один слева, один справа. Нокнул. Давай. Да, да, погнали. Правда, у меня патронов нигде нет, у меня просто 16 на 0, 20 на 0. А. Нормально, нормально, нормально. Не резает, не резает еще. Есть. Чтобы я попал. А еще, еще. 4 на 0, нет. 3 на 0. Укайся, укайся, давай. Тише, 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 тише. Там сольник? Да, 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 он злой какой-то. Еще залагало, кстати, едут как будто. Да, вижу. Нокнул. Там, возможно, агрессор, которого я нокнул, отрезался. Ну, может быть. Еще залагало. Ладно, поехали.
Давай на ящике агрессора туда слетаем. Окей. Возможно, он отрезался и... бежит. Да-да-да-да. Это, подожди, это он? Это, не, это Батян, по-моему. Не, это чел, кстати. Чел. Да, чел. И летает шарик. Чел здесь, чел здесь. Окей. Хорош. А это те, которые ивент забирал? Да. Хочу приезжать. Приехал. Там вот сзади стрельба. Там гаджишка нокает. Вот тут. Watch out. Сверху нокнул. Хорош, как? Но у него саморез. Давай. Успеем. Там чел на школе. Как же не душит. Но он ползет, кстати, не резается. Не резается? Там двойка еще, брат. А, не резается. Резается, я не заметил. Я подумал, это нокнутый справа. Справа чел. Не, ребят, супер. Отрезался. Нокнул и вышел. Забрался. Хорош, гаджишка. Брат, надо магаз, вообще ничего нет. Да не говори то же самое. Мы можем еще флайерку зикать вызвать. Давай, если есть у тебя. Сейчас я куплю. Еще 20 типов. Ну. О, на горе двойка. Да, это агрессор. Тройка даже. Блин. Скат взорвал. И тут они хватятся еще. Так же стоят. Вот сильные сильные. Дал там челу голову, два тела. Чепец. Не, ну мы, конечно, можем с ними попасться в клоузе. На скате можем прокатиться. Там их тройка, да. Там текстурка. Че, этого залутай быстро. А это медведь, его резнули. Который вышел. Мне тихо. У тебя? Че, полетим к нему? У них там вроде файт какой-то, нет? Он и не закрыли, по-моему. Сейчас дроп идет, пойдем. Там текстура. У них край зоны. Хорошо, дал ему. Блин, такое ощущение, что там двойка осталась, или даже сольник вообще. Так, дроп упал. Ну-ка. О, МГ-3. Тише, молодой. Молодой, прекращай, молодой. Еле, блин. Им надо правее бежать, у них скатов нет, по-моему. Да, давай их примем справа где-то. Давай, вот тут без меня. У меня есть скат. А, у тебя тоже есть, окей, поехали. Он стоит там же, видишь? Да, двойка. Он правее вот здесь. И один левее. Да. Чё, ребят, идите в зону. Это тип лежит? Или? Не, это ящик. Он не так же там наверху бегает, вот они. Один на вышку залез. Да, на... Блин. Другой на мини-вышке. Дал ему тело. Подожди, его нокнули или нет? Я тоже не понял. Нет. Справа скат. Дал ко семерке. Это надоело. Он также летит на пол.
Дал голову на вышке. Да, мини-вышка на лестнице стоит просто. Давай к зону. Бро, у тебя есть пятерки у меня? Нет, брат, 40 на 20. Погнали, магаз. Да, погнали в магаз обратно, но не получилось их нокнуть. Попытка не пытка. Пойдем, мы просто потом примем в зоне, да и все. Да, да, да. У них ничего нет по транспорту. Ну да. Чел прибегает, можно закрывать его здесь. На метке. Залез на крышу этого здания. Okay. Соло он. А, у них скат есть все-таки. Один на скате перелетел, а другой вот под забором, бро. Хорош. Забрал. На крышу, брат, пошел. Двойка или сольник? Сольник, я. Мешаю ему. Окей. А я ему грею. Давай. Он также на крыше, да? Да, да. Взорвал. Еще скат кармашек. Тут саморез есть. Да, у меня есть. А, агрессор живой, кстати, вот он файтится где-то. Тебе еще пятерка нужна? Не-не, все, я нашел нормально мне. Так, это двойка с рожка. Вопрос, а где команда агрессора? Куда они могли уйти? Они, скорее всего, на дропе вот здесь, с этой стороны, 100%. Может быть. Мне кажется, тот сольник, который за зоной летел на скате, это он был. Не-не-не-не, агрессор был мумией. У него была мумия, брат. Такая же, как у меня, синяя вот эта. А, вот скат. Наш чел где-то здесь. Может, кемпе передаем? Лежит, вот он, по-моему. А, нет, там мотик. Слева снайперка стрелял. Ой, что это? Кто это? Наш чел, да, это агрессор, да. Нокнул. Хорош. Я хилюсь, я не знаю, где этот дом начал. Мне смог нужен какой-то. Да, найс, найс, найс. Ой, больно. Ой, как... Давай, 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 брат, скипаем. Давай, сядь, сядь. Я сел. Все, погнали. Пец. Хорошо, что не по мне. Я бы нокнулся сейчас. Ну так, да, увлекаешь. Я могу прокатиться, ты его закроешь. Давай, 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 давай. Так же пикает. Watch out! Блин. Убил. Это был Хитман. Да, да. Это опять Хитман. А где чел за зоной, я не понимаю. Там чел с фамаса стрелял, мне просто одно хп оставил. Угу. Он не дожал почему-то. Ну. А, вижу. Да. Жахон. Кемпе, мне кажется, сидят. Да, по-любому. Хотя нет. Кем бы давно стрелял по этому сольнику. Значит, где-то там, брат. Где-то на той стороне. Кем бы стрелял по снайперке? 100%. Кстати, да. Да, вижу, что лежит вот в маскалате. Ровно на метке. Ой, много меток. Сзади. А, вижу, да. Да, хорошо. Сольник минус. И еще сольник где-то вот с этой стороны, по-любому. Где-то лежит также. Да, где-то здесь. Я не удивлюсь, если тот тип просто кемпе лежит в том, в той. Ну, возможно. Но я честно думаю, если бы кто-то здесь был, то он бы давно стрелял по снайперу, поэтому вряд ли. Да, он у меня здесь прыгает. А. Он тимиться хочет. Я его подкинул. Он ко мне сел, он ко мне на скат сел. Алло, привет, ты меня слышишь? Алло. Связь плохая. Алло, привет. Я его не слышу, брат. Привет. Он... я слышу, да, он говорит, привет, Ветрил. Здорово. Артем, ты последний остался? Там у него в этом, в общем, говорит. Артем, ты последний остался? Да. Здорово, Артем. Видишь, я же говорю, это Артем. Артем, ты с кем, с братом играешь или с кем? Ну,
Да. Я понял. Это младший твой брат, да? Да. Понятно. Че, Артем, как все дела? Сколько тебе лет, расскажи? С чего играешь? 14. 14 лет, брат, вот видишь, я же тебе говорю, голоса какие. О, ты... Я думал, 20 плюс. Я тоже думал, ты уверен, что тебе 14 лет? По тебе не скажешь. Да, ну все, убивайте. Да, да. Не, подожди, подожди. А ты с чего играешь, с какого устройства? С Honor. Honor? Артем, а почему ты такой грустный? Да, Артем, ты почему такой грустный? Звание слил. Звание слил? Да не расстраивайся. Ну да, еще. А какого у тебя сейчас звания? Пещерс-доминатор. Пещерс-доминатор? Нормально. Ну слушай, ну давай так, чтобы у тебя настроение поднялось, на, убивай нас, забирай топ-1, и будет у тебя плюс звание. Давай. Не, давай мачете, стой, не надо, давай мачете. Вот кинжал, да. Да, вот здесь кинжал либо мачете, вот здесь, видишь, лежит. Иди сюда. Да, иди сюда. Вот здесь забирай. Забирай вот тут. Да, мачете забирай. Все, давай, руби нас. Топ-1, да, будет топ-1 твой. Емаун, кстати, этот. Пират, ты посмотри на его шпагу. Шашлык. Да. Так, подожди, надо вот так сделать. Стоп. Давай на 4, брат, выкидываем дефики. Давай. 2, 3. О, одинаково. Найс. По результатам, 33 кила, 5000 урона. Вот такая получилась каточка. Затестили новый остров. Короче, на этом острове ничего, как я понял, нет. Там есть 3 сокровища, в которых там лежат пушки, броня. И то лут такой себе, на самом деле. Никаких скатов тебе, никаких тебе водных пушек, ничего такого нет. Просто обычный остров. Самое главное, посмотрели и по факту взяли топ-1. Обязательно прожимай свой лайк, подписывайся на канал, пиши любой свой комментарий. На сегодня я с тобой прощаюсь. Как всегда, желаю тебе в первую очередь хорошего настроения, удачи и пока-пока. Увидимся в следующем видео.